Вместо Турции в Сочи, в Сургутском аэропорту, подвели итоги курортного сезона. Чаще всего пассажиры, крупнейшие в округе авиагавани, отправлялись именно в жемчужину Краснодарского края. Билеты в Адлер оформили почти 10 тысяч человек. Вторым по популярности сезонным направлением стал Краснодар, следом идет Анапа. Втрое меньшее число пассажиров, 3500, слетали в Симферополь, чуть более 2000 сургутян и жителей ближайших муниципалитетов в Геленджик. За три летних месяца аэропорт нашего города обслужил почти 360 тысяч человек. Это на 40% меньше, чем за июнь, июль и август 2019-го. Столь серьезное падение спроса на полеты связано с пандемией коронавируса и ее последствиями.